колоколами храма Рында дает сигнал для начала новой страницы в истории бывшего речного училища. Сегодня в историческом здании на улице Ленина 2 приступили к занятиям студенты Балаковского промышленно-транспортного техникума. За парты сели более 700 учеников, 200 из которых первокурсники. Фраза «возвращение в родную гавань» в последнее время в Российской Федерации приобрела особый смысл. Ровно 110 лет назад стены этого заведения огласились детскими голосами. Сегодня мы присутствуем при историческом событии, знаковом для нашего города. Речное училище вернулось в родную гавань. Самое главное в нашей работе, в нашем деле, это чтить традиции. Я уверен, с этим напутствием мы открываем новую страницу истории нашего техникума. Чтить традиции. И это будет добрым знаком, как и погода сегодняшняя, благоволящая нам, значит, в начале нашего нового пути. Говорят, в одну и ту же воду нельзя войти дважды, но балаковские речники это сделали. Не один десяток лет училище располагалось в этом прекрасном здании, построенном более 100 лет назад на средства мецената Ивана Кобзаря. А потом, в 2014-м, занятия студентов здесь прекратились, помещения пришли в запустение. Но уже 6 лет спустя чиновники задумались о сохранении культурного памятника. Так началась реставрация и, как итог, возвращение речникам. Сейчас эти просторные помещения стали мастерскими, где установлены оборудование и тренажеры для обучения студентов, каких нет во всей Саратовской области. Сегодня здесь у нас будут новые аудитории. Здесь будут обучаться студенты судовождения. В рамках гранта уже смонтированы новые классы, новое оборудование. История циклична, и поэтому возвращение студентов в здание училища было логично. Здесь все время с момента постройки находились учебные заведения. Нынешние ученики БПТТ имени Николая Грибанова еще не все помещения осмотрели и даже пока не знают, как работать на новых тренажерах. Сегодня они принимают поздравления с Днем знаний. Получайте только отличные оценки. Получайте знания. А уже завтра сядут за парты в новом корпусе, чтобы приступить к освоению речных просторов. Пусть пока только в теории. У этих ребят все впереди.